Друзья, сегодня будем готовить овощную рагу. Для этого берем одну луковицу и одну морковь. Нарезаем все на мелкие кубики и перекладываем в кастрюлю. Добавляем подсолнечное масло, специи, у меня соль, перец и немножечко куркумы. И отправляем тушиться на газ. Далее нарезаем баклажан. Я взяла 3 штуки, также кубиками. И выкладываем в кастрюлю. К этому времени, пока выкладываем, убираем кастрюлю с огня. Верхний слой, следующий, болгарский перец. Также выкладываем. И поверх картофель. Также нарезаем на кубики и выкладываем. Чередуем этот слой так же, как и первый. Заливаем водой, чтобы овощи были немножечко под водой. Тушим, пока все овощи будут готовы. И заливаем томатной пастой. Вот такое вот вкусное и аппетитное овощное рагу. Готовьте на здоровье и всем приятного аппетита!